Утром 2 августа во Владивостоке состоялось знаменательное городское мероприятие, посвященное Дню образования воздушно-десантных войск. Прошло оно у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов в Парке Победы на проспекте Столетия Владивостока. В этот день жители города собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Официальное открытие началось с автопробега. Автомобили с флагами России и воздушно-десантных войск стартовали с Русского острова и финишировали в Парке Победы, где далее состоялась торжественная часть. ПДВ – это всегда праздник. Не только для жителей города, не только для ветеранов воздушно-десантных войск, но и для всего народа. Испокон веков воздушный десант – представление народа и представлял такого некого богатыря, да, защитника земли русской, где он первым вставал на защиту русской земли и всегда побеждал. Поэтому этот прообраз, он идет через года и уже утвердился, и он сродни нашему русскому духу, этот праздник. Поэтому его отличают всей страны. В программе мероприятия были выступления официальных лиц, руководителей ветеранских общественных объединений и ветеранов боевых действий. Они напомнили всем присутствующим о значимости воздушно-десантных войск, а также о цене, которую они заплатили за свободу и мир. Они хорошие. Молодежь смотрит, гордится и подтягивается к нам. Естественно, мы им передаем какой-то опыт, какое-то пожелание. Ребята стремятся быть такими похожими на нами. Ну, это хорошо, это же хороший пример. Почтили память погибших также минутой молчания. Одним из главных акцентов мероприятия было возложение венков и цветов к памятнику. Это был символический жест, являющийся выражением того, что их подвиг никогда не будет забыт. Мы здесь вышли поддержать ветеранов, потому что многие на сегодняшний день, в том числе ветераны ВДВ, они служат на СВО. Очень важно уделять внимание тем людям, которые, наверное, отдали жизнь во имя защиты, да, интересов нашей страны. Поэтому сегодня праздник очень важный. Он направлен на поддержание наших защитников, защитников нашей Родины во все времена. Мероприятие, посвященное Дню образования воздушно-десантных войск, стало для Владивостока важным событием. Оно напомнило каждому о значимости службы в армии и подвигах наших героев. Воздушно-десантные войска всегда были и остаются гордостью России. А такие мероприятия не только сохраняют память о прошлом, но и вносят важный вклад в формирование патриотической сознательности среди населения. Оксана Якуш, Дарья Мальцева, Степан Шамрай. Новости на Восьмом.